Любишь качественные диковины Алиэкспресс и низкие цены? Тогда тебе сюда! Китайская электроника, компьютерные комплектующие, ремонт мобильных устройств, личная онлайн-консультация. Все это и многое другое на канале «Как-то так», ссылку на который я оставлю в описании под этим видео. Привет, дорогие мои друзья! 2 месяца не открывал эту посылочку точно. Что-то все, руки не доходили. Здесь на самом деле лежит очень популярная вещица. Давайте откроем. И да, друзья мои, это опять вещица от компании Xiaomi. Здесь находится Mi Band. Подробный детальный обзор я вам делать не буду, потому что обзоров на YouTube целая куча. Я лишь кратенько поделюсь с вами своим впечатлением. Сам посмотрю и вам расскажу. По первому впечатлению, все просто шикардос, выглядит классно. Здесь у нас с обратной стороны датчик есть, и в комплектике у нас идет вот такое вот маленькое зарядное устройство. Также есть инструкция на китайском языке, но она нам мало чем полезна. Так как эта посылочка лежит у меня давно, я знал, что в ней, потому что мой смартфон находил по Bluetooth Mi Band. То есть он, видимо, включен и пришел, поэтому сейчас я его заряжен, разрядился, и мы с вами продолжим. Включаем в любой USB порт, появляется анимация, что зарядочка идет. Mi Band 2, один из самых продаваемых товаров компании Xiaomi. Объясняется это очень легко. Товар недорогой, но очень функциональный за свои деньги. К примеру, управлять им можно, даже не нажимая вот эту кнопочку. Берем вот так вот раз и смотрим время, пока время. Делаем так рукой еще раз, показывает количество шагов, которые вы прошли сегодня. Делаем еще раз, и браслет начинает измерять пульс. То есть здесь загорается датчик. Сейчас браслет не на руке, соответственно, пульс он измерить не сможет. Но если мы оденем устройство на руку, то через несколько секунд увидим количество ударов в минуту. Это не все функции этого браслета. Мне очень понравилась такая функция. Например, вчера я ехал за рулем, телефон у меня стоял на беззвучном режиме в кармане, и браслет завибрировал. Тем самым я ответил на очень важный звонок. Точно так же его можно настроить на уведомления ВКонтакте, WhatsApp, почта. В общем, на любые уведомления его можно настроить, и он вам будет оповещать. Также есть функция будильника. Управлять можно не только движением руки, а еще и нажатиями вот этой вот кнопочки сенсорной. Браслет очень хорошо отталкивает воду. Конечно же, он не водонепроницаемый, но если вы его случайно уроните куда-нибудь в лужу, то с ним ничего не произойдет. И это же, конечно, большой плюс. Вся синхронизация происходит при взаимодействии с телефоном. Работает он с приложением Mi Fit, вот такое вот приложение, то есть подключается он по Bluetooth, здесь он показывает количество шагов. Естественно, время сразу же синхронизируется на нем, ничего вручную подводить не надо. Также он показывает данные о сне и ваш пульс, то есть он будет постоянно отслеживать ваш пульс, если вы включите эту опцию в настройках. Когда я распаковал этот браслет, он сразу же обновил программное обеспечение, то есть обновился на последнюю прошивочку. Как вы можете видеть, программка Mi Fit у нас полностью на русском языке, в отличие от Mi Home, и здесь все на русском. К этой программке подключается не только Mi Band, также у меня подключены умные кроссовки с датчиком Xiaomi, кроссовки фирмы Li-Ning. Хожу в них уже очень давно, и мне они просто офигеть как нравятся. Самая фишка этих кроссовок в том, что это бренд Li-Ning, очень раскрученный бренд в Китае. Вещи хорошего, просто отличного качества, и в России у нас такие кроссовки практически не найдешь. Это, я считаю, очень круто. Ну ладно, отвлеклись немножко на кроссовки. Кстати, кому интересно, видос будет в завершающем окне. Перейдите, посмотрите, кто не видел. Ну и сам Mi Band. Здесь у нас показывается уровень заряда батареи встроенной. То есть есть поиск Mi Band. Когда вы нажимаете, он начинает сразу же вибрировать. Здесь можно указать место крепления, отображение информации, формат времени выбираете. И здесь включаются функции поднять запястье для просмотра. Ну то есть это вот это вот движение. Потом повернуть запястье, чтобы переключить информацию в Mi Band. Ну, то есть, когда вы так делаете 2 раза, у вас включается следующая функция. Дальше у нас помощник отслеживания пульса во время сна. Ну, то есть, когда эта функция включена, Mi Band будет с интервалами измерять ваш пульс. Потом вы сможете посмотреть эту статистику. Подробнее Mi Band 2. Здесь у нас краткая такая экскурсия по браслету. То есть, в общем-то, здесь все то же самое, что я вам только что объяснил, написано. Ну и, в общем-то, все, что я вам хотел сказать. Вот такой вот экспресс-обзор на браслет Mi Band 2. Вещь действительно хорошая. Ссылочку на нее вам оставлю в описании под этим видосом. Кому нравится, переходите, покупайте. На этом, дорогие мои друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам добра, удачи, позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока.